Vaya calidad. Moitié démon, moitié matelot.
moitié démon, moitié madone. Back in the city where nothing is clear, thoughts of you come to me, bringing us near and tell me when will our eyes meet, when can I touch you? Спасибо парам категории юниора 1. Готовим события на паркет. Категория ювеналы 2. Е-класс. Ну что ж, завершение данной программы. Танец квикстеп. Mi amore, je t'adore. I love you forevermore. When in France or Italy, in London town or Germany. Dish, live and dish. To have your love and just one kiss. Say that you would be my girl. I love you all around the world. Te amo ya ti bella blu. Why you need me means I love you. Or else good day, I mean it girl. Love you all around the world. Love you all around the world. In every country you're my girl. Kissing you my one in ten. In every land and continent. Thank you.
grazie, quindi grazie per la programma. Anche di più, grazie, grazie. Già! Molto bravo, presidente, bravo, bravo, bravo. Thank you.
parla di una città di chi vuole i figli, ma come va bene, adesso, iniziamo la partita. Cosa significa che il video è stato fatto? Ma quando la scoccia si sa che è distruttiva, per ci mettere in linea. Adesso, iniziamo la partita. Также есть гости. Это Херсонская, Николаевская, Киев и из ближнего зарубежья, из Приднестровья также приехал коллектив. Наша задача выявить как раз этот уровень и скомплектовать хорошую одесскую сборную, и где мы потом будем представлять, эти пары будут представлять нашу область на чемпионатах Украины. А дальше уже посмотрим, как пройдем Украину, может быть, и Европу, и мир. Есть детки, которые делают первые шаги, ребята, а есть очень высокий уровень. Но вы понимаете, что сложность танцевания и уровень танцевания возрастает, от, скажем так, от того, от отделения. То есть самый высокий, самый класс вы, конечно, увидите на четвертом отделении. Мы готовимся, мы будем, Виктор будет проводить эти соревнования, мы, естественно, будем тоже участвовать, потому что мы традиционно участвуем в этом турнире. Это наша федерация, это наш президент. Естественно, это тот уровень и те соревнования, где мы можем получать разряды, спортивные разряды, первый, второй, третий разряд. Но не то, что мы должны участвовать здесь, даже если бы мы не хотели. Я бы хотела поехать на соревнования в Киев и во Львов. На тренировки я хожу каждый день, и в субботу. Готовлюсь я вот к соревнованиям. Вот нам говорят соревнования через 2 или 3 недели, и мы начинаем сразу готовиться. Усиленно как-то, да? Да. Это нравится мне, это как мое хобби. Но больше я жизнь определяю только танцам и семье. Вот в дальнейшем, каким ты хочешь видеть свое будущее в танцах? Мастер спорта Украины, чемпион мира. Да. И чтобы стоять вот там, как судьи, судить уже, да? Да. Это моя мечта. А тут очень хорошо, паркет большой, не скользит. Вообще, ну тут красивый зал, хорошо. Тут вообще ничего грязного нет. Вот очень красиво. Город красивый. Очень красивый. Да. И снег остался. Да. А у вас нету снега? Нет. У нас грязь. У нас тепло. Да. Ребята, как вам паркет? Вот вы танцевали? Да, хороший. Окей, скользкий.